основная задача. Нам надо было посмотреть состояние ребят, которые меньше играли. Вот. Ну и плюс получить как бы хорошую нагрузку, вот, чтобы не выпадали из игрового тонуса. Я считаю, задача справилась. И Копленко, и Роша, и Мак Живнерчик, те ребята, которые как бы так, плюс и Соловей, и те, кто меньше играли, Макаси. Выглядит неплохо, хорошо. Поэтому я вижу, что у нас как бы есть обойма из там 17-18 человек, которые готовы выйти и усилить игру. В целом, сегодня, наверное, первые полчаса, наверное, не очень удавались команде, как считаете? Вот очень много проходило атак через левый фланг, и у соперника хватало моментов. Не, мы начали, хотели сыграть 4-3-3. Вот. Потом мы, когда перестроили, опять все стало на свои места. Ну, это не полчаса, может, минут 20-25. Ну, пока мы не перестроились на игру, там, 3-4-3. Когда перестроились, все взяли, опять же, под контроль. Много моментов тоже создали, могли забивать и больше. Но вратарь неплохо играл у соперника. Но в целом, я эта игра, это не игра, чтобы там на победу или еще. И мне надо было именно подготовка. Вот сейчас основные у нас, это, наверное, определяющий месяц. Вот эти 5 матчей, это будут самые такие определяющие. 4 матча. Ну, можно говорить о том, что схема в 3 центральных защитника – это все-таки, вот, наверное, самая родная для нашей команды, правильно? Да, ну, во-первых, у нас травмировал Рома Бегунов, и не было этого Жоры. И, по большому счету, у меня из классических бровочников никого не было. И Шитов тоже травмирован. Один Гуренко, хотя он тоже так, я им так использую, как, больше как ранний нападающий. Ну, в целом, я считаю, Мак Живнерчик неплохо справился. А потом вышли молодые ребята, они там уже доигрывали. Как вам молодежь в этом матче? Ничего, молодцы. Надо было им просто дать, вот, чтобы и их посмотреть, хотя мы и так всех не знаем хорошо. Ну, и чтобы они чувствовали, что мы за ними наблюдаем. И молодцы, вышли, не стушевались. То есть игры не испортили. В целом, нормально. Вчера вы были на матче сборной Беларуси. Как вам игра сборной и наших ребят? Я скажу, что важно было, видно было, что очень волновались, дорогая была цена ошибки, поэтому понятно, что, может, по зрелищу не самый такой матч был, но в плане самоотдачи, в плане вот игры на результат, я считаю, ребята молодцы, добились своего результата, и, ну, сейчас надо готовиться к основным матчам.